Вчера был день мамы. Скажите, вы как-то свою маму поздравляли? Да, конечно. Расскажите, как? С утра, как положено, с пироженькой. Ну и подарок. Что за подарок? Подарок? Ну, так, по мелочи, теплые колготочки на зиму. Вы как-то своих мам поздравляли? Да. Да. Так. Цветы подарили. Да, цветы дарили. Еще что? Просто, ну, просто много теплых слов сказали. Да. Позвонила просто по телефону, потому что она в другом месте живет. Утром я проснулась и первым делом вспомнила, что день матери. Я зашла в ТикТок, нашла подходящее видео и отправила ей. Как отреагировала мама? Она написала: «Спасибо, моя хорошая».